Пекарня нашего двора, студенческая прачечная, велотакси и нанодерево – это только часть идей начинающих предпринимателей. Мысль создать в Самаре музей занимательных наук пришла Дмитрию Кудинову давно. Это место, где самарцы смогут отдохнуть всей семьей и с пользой провести время. Мы рассказываем, как устроен мир, окружающий нас мир. Вот. Но все это мы рассказываем в игровой форме. То есть не какими-то там заученными фразами, формулами, а так, чтобы это было интересно детям. Конкурс проходит в Самаре при поддержке городской думы во второй раз. В финал вышли 18 лучших работ. Выбор был непростой. В этом году свои идеи представили больше 80 участников. В открытом попечительском совете конкурса в качестве экспертов и наставников для молодых предпринимателей участвовали 13 представителей различных сфер бизнеса. Участники финала конкурса получили специальные призы от членов открытого попечительского совета. Финалисты смогут получить бесплатные консультации, застраховать свой бизнес от рисков, принять участие в тематических конгрессах. Авторы бизнес-идей и депутаты обсудили, как идет реализация проектов и с какими трудностями приходится сталкиваться молодым предпринимателям. Городские власти, эксперты бизнес-сообщества предлагают свою помощь. Третий конгресс бизнес-проектов начнется в Самаре уже в июне. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.